Всем привет! Сегодня мы будем делать вот такую вот вазочку. Для ее изготовления понадобится всего два шарика. Один для верхней части и второй для нижней. Можно сделать оба шарика одного цвета. Можно сделать рисунок вот такой вот шахматный, если на этих пересечениях менять шарики местами. Можно использовать прозрачный шарик, как будто ваза из стекла. Вот. Ну что ж, давайте начнем. Итак, растягиваем шарики. И надуваем на 60 сантиметров. В пальцах это 7 пальцев. Завязываем ближе к колечку. Подвигаем воздух. И точно так же надуваем второй шарик. Теперь делаем пузырек на 3,5 сантиметра. В пальцах это, ну, наверное, 2 пальца. Но лучше все-таки поточнее сделать. Если мы сделаем больше, то у нас не хватит шарика. На втором шарике делаем такой же пузырек и перекручиваем их вместе. Теперь делаем еще 2 таких же пузырька. И делаем пузырь на 4 пальца. А если точнее, то на 7 сантиметров. И еще 2 маленьких. Держим. И здесь, на втором шарике, делаем то же самое. 2 маленьких. 1 большой. И еще 2 маленьких. И скручиваем их вместе. Теперь делаем маленький пузырек и оборачиваем вокруг трубки колечко так, чтобы оно не размоталось. На втором шарике также делаем маленький пузырек и обматываем вокруг трубки колечко. Получилась вот такая вот фигура. Теперь делаем маленький пузырек и большой, такой же на 7 сантиметров. И перекидываем через вот эту скрутку, чтобы получился вот такой угол. И как бы вот тут фиксируем, чтобы
этот шарик уже не выскользнул отсюда. С этой стороны делаем то же самое. Маленький пузырек и большой. И также перекидываем вот здесь, чтобы получился угол. Делаем все движения, делаем симметрично. Как здесь, так и здесь. Теперь делаем два маленьких пузырька и аккуратно кладем этот шарик под этот. Придерживаем, чтобы он не раскрутился, и делаем на другом шарике тоже два пузырька. И перематываем их вместе. Теперь делаем один пузырек и перекидываем вот через эти два маленьких пузырька. С этой стороны делаем то же самое. Маленький пузырек перекидываем через эти два. Теперь делаем маленький пузырек и большой. И перекидываем через эту скрутку. Так, чтобы получилась буква П. С этой стороны делаем то же самое. Маленький пузырек и большой. Перекидываем через эту скрутку. Получилась буква П. Теперь сделаем здесь маленький пузырек и перекидываем вот через эти два пузырька. Делаем здесь такой же и перекидываем через эти два пузырька. Делаем один пузырек и аккуратненько подкладываем под этот шарик. Делаем здесь такой же пузырек и перематываем эти два пузырька вместе. Теперь делаем маленький пузырек и перекидываем через вот эту трубку. Здесь делаем то же самое. Маленький пузырек. Перекидываем через эту скрутку. Теперь делаем маленький пузырек. Перекидываем вот здесь. Делаем большой пузырь. И завершаем квадрат . А здесь делаем пузырь до вот этого колечка. Маленький. А лишнее можно аккуратненько сдуть. Можно как сделать? На конце сделать малюсенький пузыречек микро.
И через эту скрутку перекинуть внутрь. С этой стороны делаем то же самое. Маленький пузырек. Большой. Завершаем квадрат. И здесь делаем на конце пузырек и перекидываем через вот эту скрутку. Поправляем, чтобы она была симметричной. Вот. И теперь можно положить, ставить в нее цветочек, листики. Вот и все. Всем спасибо за внимание и до свидания.